Народ, привет! Приехали на Кремлевский. Андрюхи сегодня нет, поэтому сегодня оператором побуду я. Да, привезли 60% да. наборов. Последние, я так понимаю, августовские наборы фирмы «Август». Но вот достались они сюда. Так, в списке 60 наборов. Да. Ну что, понесли грузить? Да. Ну что, как вы? Как вы тут живете? Как красиво мы живем. Да я знаю, как вы тут красиво живете. Да, 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 в курсе, да, прекрасен. Здесь все дома прекрасны. Еще прекраснее, да? Да. Ну, уже донесете до своего 25-го, а мы тут разгрузимся. Так. Ну, все. Ну вот у вас тут рядом больница. Что там, как с лечением? Расскажите. Ну как есть, рассказывайте, что вы стесняетесь. Я 2 года назад упала, сотрясение было, лежала. Все за деньги. Дорого? Дорого. Ничего бесплатно не за деньги. Онкология вообще дорого. Что с онкологией? Лечат? Ну лечили, но что, уже... Пролечила, все выбросила, то, что можно. Лекарства не по карману, да? А пенсия сколько? 12. 12 тысяч пенсия? И на это еще надо как-то купить лекарств. Как? Да? Ну понятно, что никак. Ясно. Так, потихоньку продолжаем разгружать. Так, вы там не обсчитаетесь. Так, ну что, тихоньку, да. Больница рядом, но с медпомощью. Это магниши. Ноги отказывают. Большое спасибо, Казань. Да, Казань тоже поучаствовала. Ребята, вот все, кто привозит спасибо. Вот в таком виде, на самом деле, уже в готовом, собранном, большие молодцы. Потому что очень много времени занимает формирование наборов. И те, кто вот привозят готовые наборы, просто очень сильно облегчают жизнь и нам, и вот этим людям, потому что разгрузить такие коробки в зоне обстрелов, это гораздо легче и безопаснее. Так, ну что, осталось совсем чуть-чуть. Видите, тут детки живут. Вот, и никуда никто не девается. Как выглядят дома, ну вот, видите, примерно сами. И никуда отсюда не денешься. Да я знаю, я знаю, я знаю. А еще мы привозим свежий хлеб. Вояки пекут для своих, но делятся и с мирными. О, начало грохотать. Так что 60 буханок свеженького хлеба. Еще раз дадим народу от военной пекарни. Так, да, ну, в общем, вот так вот выглядит 60 наборов, вот, на Октябрьский. Вот, хлебушек в мешках, очень-очень вкусный. Вот так. Ну что, как жизнь? На пятерку. Вы у меня спрашиваете, когда конец будет? Хороший вопрос. Вот так, детка, мы уже устали 10 лет под снарядами живем. Я в курсе. Я тут с вами тоже регулярно. Вот так. Ну, верите еще во что-то или так уже? Верим. Надеемся на Господа Бога. Точно, что больше не на кого с такой жизнью. Это точно. Ну, вам проще. Я атеистка, мне вообще не в кого. Это дело такое. Да, это вот, ребята, видите, Казань прислала и Москва. Готовые уже ящики, готовые наборы. Так что, видите, есть люди, которые не забывают, за что им, да, большое спасибо. Вот окна у людей, пожалуйста. А вот... Все снесено, все разбито, и стеклить особо нет никакого смысла. В общем, пейзажи здесь более-менее еще летом. Вот. Вот сейчас люди все это раздадут.
Вот, и опять будут жить от прилета до прилета. Да, ладненько. Спасибо. Держитесь. Спасибо вам. Будем стараться. А куда, будем а куда деваться? Это точно. Мы держимся, это вы нас точно. Самое главное. Счастливо. Много стоит. Спасибо. Так, энергетическая. Затерянный мир. Сюда мы 41, да, богом забытые, 41 хлеб, как обычно. Ну что, что у вас тут с водой, расскажите? Ну вообще не капает даже. А то тут рассказывают, что типа уже с Дона вода пришла, расскажите, что у вас с водой. Один раз в неделю в четверг привозят нам воду. То есть у вас вообще она даже привозная? Вообще привозная. Один раз в неделю. Платная или бесплатно? Бесплатная. Но это техническая или питьевая? Ну, какую привозят, такую пользуют. И пьем. А какую привозят, дождевой водой стирают, дождь собирают. Ясно, ясно. Ну все, это уже последнее от фирмы «Август». А вот, так что вам хоть что-то, да. Да, им спасибо за то, что они полностью упаковали уже. Да, так что вот, наборы просто мега-супер, если бы все так делали, было бы прекрасно. В общем, показываю, как здесь все примерно выглядит, чтобы вот понимали, как люди вообще тут живут, в этом затерянном мире. Да, это понятно. В общем, вот так вот народ живет здесь на краю света. Те, кто говорят про воду, что она типа есть, ребята, вот просто посмотрите на этих людей, которые стирают дождевой, а пьют, что привезут. Так вот и живет. Спасибо, вы что же рискуете? О, началось в колхозе утро. В общем, 41 буханка хлеба, 41 продуктовый набор. Но тут уже, поскольку заканчивались фирмы «Август», то казанские завезли вот такие. Я, честно говоря, не знаю, где что. Народ сам разберется, кому чего достанется по справедливости. Ну так, да, собачка, тебе тоже что-нибудь дадут. В общем, вот так вот и живем. И по буханке хлеба. Да, и по буханке хлеба. Вот местный транспорт. Да, вот так вот народ живет. Вот так вот. Можем повезти. Собака, там у нас он привет. Не забор, ничего. Все вы серьезно считаете, что я мало видела прилетов? Вот так. Ну все. Спасибо огромное. Окна классические. В общем, вот так вот народ и живет. Ну что, быть добру? Быть добру. Спасибо. Традиционные звуки в данной местности. Но мы все равно прорвемся, правда? Да, да, да. Все, счастливо. Спасибо и всем людям низкий поклон. Спасибо.